Лесопильно-деревообрабатывающий комбинат в поселке Андреево Судогодского района открылся. Предприятие еще не готово на 100%. Пусконаладочные работы завершатся во втором квартале 2017 года. Но уже сейчас отработан экспорт хвойных и лиственных пиломатериалов в Эстонию, а также заключены соглашения о сотрудничестве со многими городами России. Главная особенность ковров Леспрома – большая производительность оборудования. При пилении максимальная скорость достигает 90 метров в минуту. Если взять порядка 20 кубометров пиловочника и получить при этом порядка 10 кубометров пиломатериала обрезного готового, на это нужно будет потратить всего лишь 10 минут, не больше. Предприятие в Андреево полностью безотходное. Щепа сортируется и поставляется либо на целлюлозобумажные комбинаты, либо на фанерные производства, а опилки отправляются в местную котельную. Ковров Леспром занимается не только заготовкой и переработкой древесины, но и посадкой саженцев. Ежегодно наше предприятие высаживает около 3,5 миллионов саженцев сосны и ели. У нас собственное тепличное хозяйство по выращиванию этих саженцев. Предприятия «Ковров Леспрома» располагаются в 6 районах Владимирской области, а производство в поселке Андреево создано на руинах работавшего там в 90-х годах опытно-показательного леспромхоза. На текущий момент на новом предприятии создано 170 рабочих мест. Практически все сотрудники – местные жители. Когда лесопильно-деревообрабатывающий комбинат заработает по полной, количество рабочих возрастет до 250 человек. Максим Палагин, Алексей Жилкин, «Губерния-33».